Здравствуйте, ребята. Меня зовут Вера, и это мой канал. Вот хотела бы вам еще один быстренько рецептик показать без выпекания, который можем мы кушать на праздничные наши дни. Для этого нам понадобится 0,5 кило пряников. Девочки, обыкновенные пряники. 2-3 банана. Емкость, куда мы будем складывать наши прянички, делать начиночку. Уложите ее стричь пленочкой. Далее, что нам для этого понадобится для нашего тортика? Сметана, девчоночки, сметанка. И будем обсыпать наш тортик, что вот остаются боковиночки с печенья. Мы вот так разотрем и превратим вот в крошечку, девчонки. Видно? Вот получится у нас вот такая крошка для обсыпания нашего тортика. Ну все, ребяточки, мои золотые, поехали. Не знаю, видно, вон там не видно. Первым слоем уложим прянички, девчоночки. Берем сметанку, смачно посыпаем, поливаем сметаночкой. Девочки, у меня все всегда смачно. И майонезик смачно, и сметаночка смачно. Все у нас так должно быть прям, ого-го, как вкусно. И хорошо. Следующий слой, девочки, после пряничков сметанки мы укладываем наши бананы. Вот, девчонки, таким же слоем мы укладываем бананчики. Вот, девчоночки, очень вкусный торт. Боюсь, что не получится только по одной причине, что я не умею делать, соединять съемку. Потому что этот тортик должен выдержать в холодильнике хотя бы часов 5 или 6. Потом только мы его вытаскиваем, или, как правильно сказать, выкладываем на тарелочку, обсыпаем крошкой и подаем к столу. Понимаете? А вот так как я не умею, вот переживаю, что не выйдет немножко у нас. Ну ладно, девчоночки. Давайте следующий слой опять пряничков резаных. Вот так же аккуратненько, аккуратненько все складываем. Сам по себе, девчонки, торт очень вкусный. Он пропитается, насытится всеми ароматами. И сметаночкой пропитается, и ароматом наших бананчиков. Торт очень хороший. Но вот я говорю, нужно, чтобы он постоял часов 5 хотя бы в холодильник. А так как мы его сейчас попытаемся сделать сразу же, не знаю, девчонки, не гарантирую, что у меня что-то из этого получится. Ну, постараюсь, но... В общем, будем, девчонки, все пробовать. Все будем пробовать, так, в прямом эфире. Так что, девочки, готовьте дома вкусную, полезную пищу. Радуйте всех своих близких, внучат, которые приезжают к вам в гости. Этот тортик вообще не мудрящий, девчонки. На 0,5 килограмма всего пряничков. Купили, быстренько порезали. Можете вместе с внучатами, им будет также интересно резать бананчики с бабушкой, помогать бабуле, да, своей. Прянички помогут резать бананчики. И все, вуаля, у вас получится шикарный, просто вкусный, шикарный тортик. Вот. У меня пряничков здесь, девочки, 0,5 килограмма. Вот. И хватает, видите, и на посыпочку, и на... Ой, и на наш красивый, прекрасивый тортик. Вот, девчоночки. Опять следующий слой. У нас будет прянички. Не знаю, девчонки, я уже прям соскучилась по огороду, хотя вроде как и недавно прошел у нас сезон, правда? А уже хочется что-нибудь посадить. Поэтому я хочу на подоконничке посадить себе зеленушечек. Как вы смотрите на это, девчонки? Хотя, может быть, из вас
хозяюшки, ого, уже все давно, давно посажено. И могли бы красоту показать на своем канале. Правда, девчульки? Ну все, еще один слой. Итак, девчоночки, вот какая у вас емкость. Итак, до самого конца вы укладываете слой за слоем. Так, не подрасчитала сметанки. Ну что ж, будем продолжать дальше в том же духе. У нас еще есть сметанка. Вот, видите, какая красота у нас получается. Ой. И я гарантирую, торт на ура. Съедается в один миг, девчонки. Вот честно. Просто что вот я говорю, если б постоял бы он у нас в холодильничке, вообще пальчики оближешь. Шикарное, шикардосно. Вот. Так как он может не застыть, я его могу не вытащить. Ладно. Будем все пробовать, девчонки, да? Просто вот делюсь с вами такими маленькими своими секретиками. Хотя, я думаю, у всех хозяюшек дома есть свои секреты. Ой, кто что умеет быстро приготовить, удивить своих близких и родных. Так. Вот. Девчонки, вот такая вот красота у нас получается. Ну, все. Сметанку мне нужно как-то, девочки, растянуть. Прям так это растянуть немножечко. Чтоб меня еще хватило на последний слой улаживания наших пряничков, да? Так, вот. Последний слой, девчонки, пряничков укладываем. Вот. И будет у нас завершение нашего красивущего, вкуснючего тортика. Вот, девочки. Видите, какая красота получается. О, я так хотела бы, конечно, чтобы получилось. Ну, видите. Ну, ладно, все получится. Я надеюсь, все получится у нас. И мы будем с вами кушать и радовать. Сейчас ко мне приедут мои детки. Но не сейчас, часа через три. Ну, как раз у меня успеет пропитаться. Вот. Поэтому я их немножечко удивлю. И вот решила вам показать на камеру, как можно быстренько сделать тортик. Они-то меня не осудят, если он чуть-чуть не получится. Правда? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Старалась, старалась. Видите, девчоночки, вы уж извините, ручками опять скажете, ручками, пальчиками. Ну, извините меня, девчонки. Я думаю, что все такие прям супер-пупер хозяюшки. Хотя каналы другие смотришь, да, там все это... Одевает одноразовые перчатки, как будто на операционный стол готовят пациента, правда? Вот. Нет, девочки, мы дома скромненько, правда, мои золотые? Какой операционный стол? Вот что получилось, правильно, то и будем сами кушать. Что, говорит, сделали, то, говорит, и кушайте, мадамы. Ну вот, девчонки, такие вот дела. Сейчас я 3 секунды. Вот. Теперь, девчульки мои, красотульки, когда он у нас постоит несколько часов в холодильничке, мы перед тем, как поставить, вот так вот аккуратненько его накрываем. Он у нас постоял. Вытащили с холодильничка. Накрыли вот так чашечкой, пардон. Перевернули. Вот. Такую красоту перевернули. Ой, ешкин королы. Вот. Вот наш торт, девчоночки. Вуаля! Ну вот. Дари, дари.
Ари-да-рам. Ари-да-рам. Девочки, шикарно. Сейчас я немножко вот так вот его красоту, мою неземную прям. Вот такая шикарная у меня красотюлька. Правда? Девочки, вам нравится? Мне обалдеть, как нравится. А еще я говорю, сейчас вот пропитается, мы будем же гостей моих любимых. Мальчишки мои приедут. Вот. Так что я их угощу своим чудесным тортиком. Вот. И вот так вот, девочки, посыпочкой посыпали. Красоту навели. Шикардосную. Прям, ой, девчульки, все падает. Ва-ва-ва. Емкость надо было побольше, девочки. Ну, дома вы все сделаете вообще на ура. И красота у вас будет неземная. О, ой, девочки, ну вообще, ну шикарно. Там-там-там-там. Так, девчоночки, я чуть уберу. Вот. В общем, вот в таком красивейшем репертуарчике. Все это вы обсыпите, девчоночки. Будет вообще, я уверяю вас, от вашего тортика будут все без ума. Поверьте мне. Вот. Да просто нужно было мне чашечку взять. Немножечко побольше. Ну вот, девчоночки. Вот такой у нас получился шикарнейший тортик. Прянично-банановый. Можно было наверх положить клубничку, варенье, то есть достать клубничку из варенья, и вообще было бы все супер-пупер шикардос. Кому, девчонки, понравилось, я буду рада, если кто-то из вас приготовит такой же тортик и оставит потом свой комментарий. Ну все, девочки мои любимые, на этом я с вами пока прощаюсь. Всем желаю крепчайшего здоровья. Будьте все счастливы, готовьте дома вкусную и полезную пищу для своих любимых, внучат, детей, радуйте. Все, с вами была Вера, пока-пока-пока.